Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы нашего совместного проекта «Райский сад». Предлагаю вашему просмотру отчет за август месяц. У наших рукодельниц очень хорошие результаты, есть много финишей, даже есть готовые оформленные работы. И это потому, что наш совместный проект приближается к своему завершению. У нас остался один месяц, и девочки, конечно же, спешат, пытаются побольше повышивать и завершить работу. И, конечно же, у наших рукодельниц в основном не один процесс. По нескольку работ девочки вышивают, много финишей. Проект получился масштабным, очень-очень интересным, насыщенным. Работы разнообразные, практически не встречаются одинаковые дизайны. В общем, есть на что посмотреть. Я приглашаю вас к просмотру. Переходим к отчетам. И первый отчет у нас от Марины Черной. Марина вышивает авторскую схему от Анны Кузнецовой. Называется «Тигруля». Вышивается эта работа на равномерной основе 27-го каунта. Это линда. Используется 27 цветов, ниточки ДМС. Размер работы в стежках 105 на 123. И пишет Марина, что, ну, вы видите, что вышивка практически готова. Единственное, что здесь не хватает бэкстича. Его здесь будет очень много, поэтому я думаю, что этот месяц у Марины будет вышиваться бэкстич. И в следующем отчете, я думаю, мы увидим уже, как преобразится эта работа. Юлия Дубинкина представляет нам финиш. Это чудесная игла, семейное гнездышко. Размер работы 19 на 25 сантиметров. Используется в работе 39 цветов. В этой работе есть и крест, полукрест, бэкстич, французские узелки и выкладная нить. Такая богатая работа, очень симпатичный сюжет. Вышивается, как мы видим, легко, потому что его многие вышивают очень быстро и получается очень красиво. Поздравляем с прекрасной работой! Также Юля продолжает свое участие с набором от фирмы Luka S. Называется «Птицы в гнезде». Размер работы будет 20 на 31 сантиметр. Вышивается на аиде 18 каунта. И пишет нам Юля, что вышивается легко, но мелкий каунт и глаза быстро устают. Но видно, что процесс действительно вышивается легко, потому что очень хорошее продвижение. Буду держать кулачки, чтобы Юля успела завершить эту работу в нашем СП. Отчет Елизаветы Хлюстовой. Елизавета вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions «Японский сад». Вышивается на аиде 16 каунта светло-голубого цвета. Используется 40 чистых цветов и 7 блендов. Это смешанная техника, и размер будет 40 на 30 сантиметров. Пишет нам Елизавета, что уже 70% работы вышито. Очень нравится результат, несмотря на тяжелый месяц, продвижение для меня хороший. Теперь мы это прошли, пишет Елизавета. Сложно, когда 3/4 семьи одновременно вышли из строя. Только благодаря марафону и СП не забросила все в ноль и продвигала работы вперед. Очень рада, что работы продвигаются. Семье здоровье, все будет хорошо. Отчет Александры Боус. Александра вышивает два набора. Во-первых, это набор фирмы Алиса «Солнечные мечты». Вышивается на аиде 14 каунта эта гамма. И здесь используются также ниточки гамма 32 цвета. Размер работы будет 30 на 40 сантиметров. За этот отчетный период прибавилось 2550 крестиков. Работа получается очень яркая, солнечная, как раз сейчас в тему, в осеннюю, такие красивые цветы. Вторая работа – это аромат сирени от чудесной иглы. Размер работы 40 на 37 сантиметров. Здесь у нас также мулине гамма 41 цвет. Вышивается на аиде 14 каунта белого цвета. Но в данном случае Александра заменила ее на монику 28 каунта. И в этом отчетном месяце прибавилось 4000 крестиков. Очень хороший результат. Работы заметно подросли. Получается красота.
Ольга Водолазкина вышивает набор фирмы Letty Stitch в стране грез. Артикул 959. Используется здесь 52 цвета мулины анкор. Вышивается на Аиде 16 каунта. Сложность 4 из 5. Пишет нам Ольга, что приближается уже к 70%, но здесь уже практически 70% то, что мы видим по отшиву, и финиш уже не за горами. Работа очень интересная, такие сочные краски, насыщенная. Что ж, держим кулачки и ждем, конечно же, финиша. Интересно посмотреть, что получится, потому что это новинка этого года. Отчет Натальи Аксеновой. Наталья вышивает дизайн фирмы Dimension, сладкий нектар, но в данном случае это сборка от магазина Клубок Желаний. Размер работы 30 на 30 сантиметров. Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Здесь у нас 43 чистых цвета, 13 блендов, крест, полукрест и бэкстич, конечно же. Ну и вот так потихонечку прибавляется круг. Я думаю, что наполнение круга Наталья оставила на сладенькое, уже в конце будет заполнять. Ну и сам кружок, конечно же, очень яркий и интересный. Отчет Татьяны Буркица. Татьяна вышивает набор фирмы Амишоп. Это дизайн фирмы Dimension, сумеречный мост. В работе используется 42 чистых цвета, и также есть бленды, крест, полукрест, бэкстич. Полукрест вышивается в 2, 3 и 5 нити. Есть французские узелки. Вышивка идет на 18 каунте. И мы видим то, что с левой стороны это как выглядела работа в прошлом месяце, справа, соответственно, как работа изменилась. Пишет нам Татьяна, что за этот отчетный период вышелся и шестой лист схемы. Еще немножко продвинулась работа. В принципе, процесс радует. И, конечно же, результат тоже очень радует. Ну, очень красивая работа. Это не единственная работа Татьяны. Есть еще один процесс. Вторая работа Татьяны. Это набор фирмы «Жар птица». Здесь у нас канва 14 аккаунта светло-голубого цвета. Ниточки ПНК 23 цвета. Используются 7 блендов. Крест, полукрест, бэкстич. Пишет нам Татьяна. Отчет за август. Работа прекрасная. Надеется Татьяна, что скоро уже будет вышивать птичку. И также надеется, что успеет завершить эту работу в рамках СП. Хотелось бы посмотреть на результат. Очень красивый дизайн. Такие сочные эти получились птички с банками у жар-птицы. Держим кулачки и желаем шустрой голочки. Татьяна Турова отчитывается. Во-первых, по схеме от Химеры «Матильда в розовом саду». Размер в кресиках 250 на 317. Вышивает Татьяна ниточками СХС. Канва здесь равномерное приплетение 25 каунт «Колмар». Это гобеленовый стежок через одну нить. На сегодня вышито 80%. Пишет нам Татьяна, что остался последний рывок. Надеюсь успеть довышивать до окончания СП. Очень нравится, как получается кошечка. Просто красота. Действительно, получается красавица. И скорость такая у Татьяны очень хорошая. Поэтому есть все шансы увидеть нам эту Матильду в розовом саду полностью завершенной. Вторая работа, которая тоже летит молниеносно у Татьяны, это набор фирмы Лука С. Красавица под апельсиновым деревом. Здесь у нас Аида 18 аккаунта Цвайгард. Ниточки анкор 48 цветов. Нет блендов. Вышивка крестом в две нити. И работа продвинулась тоже очень-очень сильно. Мы видим, что она тоже, в общем-то, близится к завершению. Также Татьяна участвует в СП с еще двумя процессами. Это, во-первых, вот такая красивая разработка «Коралловые розы». Схема «Любовь Ющук». Используется здесь 54 цвета ниточек. Вышивка идет на гобеленовой сетке 25 каунта. Вышивается через одно переплетение гобеленовым стежком в две нити. Мулине здесь СХС.
На сегодня вышито 50%. Пишет нам Татьяна, что схема очень легкая. Половина работы вышилась за 10 дней, а ведь в ней 65 тысяч крестиков. Очень надеюсь довышивать вторую половину так же быстро. Ну, Татьяна у нас супер игла. Видите, какие у нее непростые дизайны. И все так быстро вышивается. Просто супер. За 10 дней 50% работы. Потрясающе. И еще одна работа, это бабочка от фирмы Dimensions, подбором вышивает Татьяна. Пишет, что еще немного крестиков прибавила, не хочется дома вышивать такую маленькую работу, и не может Татьяна избавиться от мысли, что зря тратить время. Ну, когда такие дизайны масштабные вышиваются, конечно, уже малявки не очень вдохновляют. Но, тем не менее, я думаю, куда-то тоже она будет использована по делу. Что ж, желаем обязательно, чтобы все планы в этом месяце случились. Вторая наша супер игла – это Елена Классен. Елена добавляет в СП новый набор, ну и сразу это финиш. Это парижский велосипед, оригинальный набор фирмы Dimensions. Размер готовой работы 28 на 36 сантиметров. Используется здесь 47 цветов. Техника крест в 1, 2 и в 3 нити, полукрест в 1 и в 2 нити. Конечно же, бэкстич есть, коучинг, французские узелки. Ну и пишет нам Елена, ура, финиш, 8-й финиш в рамках СП «Райский сад». Как я рада, вышивался набор легко, всего 8 дней, так что я могу заявить еще одну свою мечту. Прекрасно, поздравляем с таким прекрасным результатом, очень красивая работа, нежная, вдохновляющая, поздравляем. Также Елена продолжает участие, во-первых, отчитывается по набору фирмы РТО «Гордая красота». Размер готовой работы 25 на 32 сантиметра. Вышивается на лугане 28 каута белого цвета. Ниточки из ДМС 34 цвета и 6 блендов из них. Техника крест 2 нити, есть 1 четвертая и 3 четвертых креста. Также есть бэкстич в 1 и в 2 ниточки. И пишет нам Елена. Итак, птичка выросла, теперь очередь девочки. Девочка тоже немного подросла. Работа интересная, схема несложная, материалы шикарные, вышивается легко. Обожаю РТО. Вот все, что можно сказать о наборе, который вышивается легко и в настроении. Следующий набор – это стул с цветами фирмы Dimensions. Уже такой старенький набор, раритетный. Пишет нам Елена. Юля, хочу заявить в этом СП еще одну свою мечту. Каждый год ставила этот набор в планы, но так ни разу руки до него не дошли. И так как мой велосипед у Dimensions в этом месяце финишировал, я решила, что самое время приняться за стул. Итак, вышивать буду по оригинальному набору американской сборки. Обожаю американскую сборку. Размер готовой работы 18 на 36 сантиметров. Вышиваться будет на аиде белого цвета 14 каунта. 28 цветов ниточек мулине и 6 блендов из них. Техника выполнения крест в 2 нити, полукрест в 2, 3, 4 и 5 нити, бэкстич в 1, 2 нити, 5 цветов, а также французские узелки белого цвета в 3 нити. Итак, поехали! А мы желаем удачи! Анна Маркина отчитывается по сэмплеру, это репродукция старинной вышивки, которую вышивала Маргарет Энн в 1830 году от компании Quinsoe Samplers. Размер работы в крестиках 253 на 229, количество ниточек 21 цвет, это ниточки ДМС, вышивается на льне 28 каунта, цвет летний хаки. Вот такие продвижения, вышилась вазон и бордюрчик, по-моему, подрос, вот такая красота. Отчет Ангелины Орловой. Во-первых, Ангелина отчитывается по набору фирмы РТО. Здесь прибавилось 667 крестиков. Пишет нам Ангелина, что вышила нарциссы в кружке, тень на заднем фоне и начала вышивать кружку. Кружка, можно сказать, легкий участок, сложность только в горшке. В нем очень много цветов и одиночек. Результат мне безумно нравится и радует, что осталось совсем чуть-чуть и процесс будет готов. Действительно, очень красиво получается. Ярко и интересно. Напомню, что у Ангелины есть канал на YouTube,
Если вы еще не знакомы, ссылка в инфобоксе, пожалуйста, переходите, можете посмотреть все детали. А также Ангелина вышивает вот такую бабочку с бисером, пишет нам, что здесь готова практически 50% работы. Сначала было сложно ориентироваться на такой основе, непонятно куда и как двигаться. Также через перфорацию нитка с иголкой проходит не так просто, и нитка часто закручивается как ленточка от цветов, спирали, иногда в узелки. Но более-менее приноровчилась к этому процессу. Также пишет, что не очень нравится, как подобран бисер, есть брак, но потихонечку вышивает этот процесс. Как я и сказала, есть канал у Ангелины, вы можете ознакомиться со всеми подробностями, как идет процесс. Также Ангелина продолжает участие с еще двумя процессами. Во-первых, это набор фирмы Dimensions «Восточное великолепие». В этом отчетном периоде прибавилось 871 крестик. Пишет Ангелина, что вышила сирень и пришила сразу бисер. Перешла на обои, появились новые оттенки ниток. Также повышивала капризным металликом, но результат просто выше всяких похвал. Шикарная работа, очень красивая, интересная и вдохновляющая. Да, действительно, эта работа никого не оставляет равнодушным. Можно любоваться бесконечно. И еще один процесс, это у нас Риолис. Знаменитые маки, тоже шикарные, масштабные, очень-очень интересные. Здесь используются у нас ниточки Анкор 9 цветов, металлизированная нить, черный бисер. Также были две иглы в наборе. И пишет нам Ангелина, что в этом отчетном периоде прибавилось 1190 крестиков. Неплохо подрос второй мак, очень нравится результат и этот легкий процесс, несмотря на его габариты. Вышивать я его буду долго, но результат того стоит. Да, очень получается ярко, красиво. Готовая работа будет просто великолепная. Отчет Илоны, канал Хвостатики. Во-первых, Илона отчитывается по набору фирмы Crystal Art «Два павлина в цветущей магнолии». Вышивается на AEDI 14 аккаунта с нанесенной схемой. Используется 31 цвет ниточек. Размер работы будет 26 на 44 сантиметра. Неоднозначная работа, так как здесь нанесенный фон, а фон нанесен не очень качественно, не так, как у китайцев, и у Илоны есть проблемы именно вот с этим фоном. Пишет нам, что в отчетном периоде в августе вышивала павлинов. Павлины вышиваются вроде бы нормально, но с фоном вот проблемы, особенно то, как получаются цветы. И у Илоны есть видео, где она подробно все рассказывает по этому процессу, все показывает. Поэтому, если вам интересно, вы можете зайти, посмотреть и все рассмотреть. Ссылка в инфобоксе. Вторая работа Илоны – это вот такой очень интересный дизайн, и вот что нам пишет Илона. В августе вышилась рамочка третьей картины, но, как и обещала, бэк не делала. Теперь я точно знаю, чей это дизайн. Это старенький Dimensions, номер 72710, и называется «Дары природы». Надеюсь, что выхожу на финишную прямую, так как остался последний букетик и бэк, и все. Мы желаем шустрой голочки, чтобы обязательно все получилось. Очень интересный дизайн. Спасибо за отшив. Будем ждать уже, конечно, итоговую картинку. Отчет Марины Лакизы. И пишет нам Марина. Еще немного подросли мои попугайчики от фирмы Panna. Процесс пошел. Не хотелось откладывать, но и другие процессы ждут своей очереди. Вот так хорошо подрос этот дизайн. Напомню, что это фирма Panna в бразильском лесу. Используется 50 цветов ниточек. Вышивается на AEDI 14 аккаунта зеленого цвета. Яркая, сочная работа. Желаем шустрой иголочки и ждем продвижений. Татьяна Шевченко отчитывается по набору фирмы Lady Stitch Bird Table. Используя здесь 58 цветов, размер работы 43 на 30 сантиметров, ниточки здесь анкор. И вот так подросла работа за месяц. Работа очень яркая, сочная, хорошо проработанная, просто невероятная красота. Поздравляем с такими продвижениями.
И еще один отчет Татьяны Шевченко. Здесь у нас и старт, и сразу финиш. Это у нас схема Виктории Пахомовой, лаванда и хлопок. Используя 20 цветов плюс бленды. Размер работы 13 на 21 сантиметр. Мы видим небольшие фрагменты по процессу и сразу финиш и даже оформленная работа. Очень красиво все получилось. Поздравляем с такой прекрасной работой. Отчет Марины Филипповой. Пишет нам Марина. Всем доброго времени суток. Макаш – богиня в славянской мифологии, единственное женское божество, идол которого стоял воздвигнутым князем Владимиром на Киевском капище наравне с идолами других богов. При их перечислении в повести временных лет Макаш замыкает список, начинающийся с Перуна. Ее образ связывают с предением и ткачеством, а также судьбой и ремеслами. Параскеву называли бабьей святой, она, как считалось, покровительствовала матерям и незамужним девушкам. Размер работы будет 200 на 125 крестиков. Вышивка идет рушника. Размер рушника 2,2 метра на 32 сантиметра. Изнанку приходится делать супер идеальной. Первая сторона готова, начата вторая сторона полотенца. Фото изнанки тоже прилагается. Не судите строго, еще не стирано, не глажено. Вот такая очень интересная работа и, конечно же, очень кропотливая и очень-очень аккуратная. Отчет Жанны Офицеровой. Жанна вышивает набор фирмы «Мережка». Она спит. Размер работы будет 28 на 28 сантиметров. Вышивается ниточками ДМС 40 цветов. Также есть 4 бленда. Основа голубого цвета. Пишет нам Жанна, что вышивала 8 дней и всего вышилось 9942 крестика. Вышивается работа хорошо, только вот времени маловато. Это у всех такая проблема со временем, но у вас отличная скорость за 8 дней, 9, почти 10 тысяч крестиков. Это просто замечательно. Вторая работа Жанны – это набор фирмы «Золотое руно». Размер работы будет 26 на 36 сантиметров. Используя здесь 37 цветов ниточки Мадера. Вышивается на AIDI 18 аккаунта крестиком в одну ниточку. Пишет нам Жанна, что вышивала эту работу всего 6 дней. Вышилось 6765 крестиков. Пишет, что хочется завершить эту работу, но, конечно же, надо постараться. Ну что, шансы есть, такая у вас хорошая скорость. Я думаю, что все может получиться. Отчет Натальи Тан. У Натальи случился финиш в этом месяце. Это сюжет фирмы Ланарте, но китайская версия. Размер работы 35 на 35 сантиметров. Вышивался на линде от фирмы Цвайгард Мулинет ДМС. Пишет Наталья. Вот и завершена моя работа. Нежная в постельных оттенках. Красивая работа получилась. Результат меня радует. Планирую не затягивать с оформлением. Надеюсь, нам удастся увидеть и оформленную работу. Вторая работа Натальи – это полевое чудо от фирмы «Марья Искусница». Размер работы будет 25 на 35 сантиметров. Вышивается на льне 25-го каунта. Используются здесь ниточки финка. И пишет нам Наталья. «Продвигается мое полевое чудо, хоть медленно, но продвигается. И все благодаря СП. Это меня мотивирует брать и хоть немного уделять ей внимание. Вышивается он несложно, результаты им прибавляются довольно быстро. Всего лишь надо чаще брать и заниматься им. Но для меня небольшой проблемой состоит тот момент, что здесь много полукреста в одной нити в цвет основы. И вышивать после работы не могу, быстро устают глаза, поэтому откладываю на выходные. А в выходные дни не всегда получается заниматься вышивкой. А вот СП напоминает, результат меня радует, нитки финка волшебные. Этот процесс обязательно в скором времени будет завершен. И Мария Искусница стала одним из моих любимых производителей. Прикупила еще парочку наборов от Марии Искусницы». Переходим к отчету Ирины Силаевой. У Ирины есть канал на YouTube, называется «Астрея и злой ведьмак», ссылка в инфобоксе.
У Ирины очень много процессов, всегда много вышивает и каким-то образом все успевает. Во-первых, Ирина завершила прекрасную лошадку в розах, это фирма Joy Sunday. Во-вторых, завершились маленькие совушки, набор фирмы Риолис. Дальше у нас есть Long Dog Leon, вышивается на Аиде 18 аккаунта. Эту основу Ирина сама покрасила. Дальше процесс РТО, рыжие проказники, гортензия. Здесь пишет нам Ирина из райского сада. Красивые цветы вышивает Ирина по цветам. Дальше вышивка бисером, абрис арт, изумруд. Это такая серия, которую вышивает Ирина. Начинаются, это новый процесс, фирма Риолис «Зайка» в цветочках. Также еще начинается еще один процесс от Риолис «Корзинка и воробушки». И еще один наборчик открывает Ирина, это Риолис «Весенний сад». По-моему, так называется эта работа. Что ж, прекрасные итоги, желаем шустрой иголочки. Я думаю, в следующем отчете нас ждут также очень много финишей. Отчет Светланы Минаевой. Светлана вышивает набор фирмы Letty Stitch. Новинка, очень интересный набор. Вот такой вот прекрасный маяк. Вышивается на Аиде от Swigert 16 аккаунта. Ниточками Encore 44 цвета. Схема здесь черно-белая. Размер готовой работы будет 24 на 17 сантиметров. И пишет нам Светлана, что работа потихоньку продвигается. На данный момент отшита 1/4 части работы. Я напомню, что у Светланы была там ошибка и пришлось распускать, начинать работу заново. И вот такая красота получается. Встречайте финиш от Оксаны Яковенко. Оксана вышивала работу фирмы Lanarte. Дизайнер Мария Ван Шеренбург. Размер работы получился 30 на 41 сантиметр. Использовали здесь ниточки ДМС 39 цветов плюс креник. И пишет нам Оксана: сегодня я к вам с финишем своей райской птицы от Lanarte. Закончила работу 24 августа. Результат мне очень нравится. Вышивалась работа интересно. Некоторые участки простые, некоторые не то чтобы сложные, скорее кропотливые. Изредка встречаются одиночки. Есть группы с минимальным количеством крестиков. В общем, нить меняется достаточно часто. Используется 39 цветов ниточек мулине, также есть металлик в одну и в две нити. В схеме 64 значка плюс бэкстич металликом и коричневой нитью. Размер работы получился 30 на 41 сантиметр. Вышивалась работа на равномерной основе 27 аккаунта. Оформлять планирую обязательно, так как для меня это очень личная работа, связанная с мамой. Прекрасный результат. Поздравляем с итогом. Замечательная работа. Также Оксана Яковенко продолжает участие в СП с вот таким прекрасным наборчиком от фирмы «Вдохновение». Пишет Оксана, что наборчик давно лежал и ждал своего времени, и вот его время пришло. И вот такая красота должна получиться. Отчет Галины Агеевой. Галина вышивает раритетный набор фирмы Dimensions «Всеобщее единство». Номер набора 3822. Вышивается на Аиде 16 аккаунта голубого цвета. Используется 48 цветов мулине, плюс также есть бленды. И пишет нам Галина, что так как дома идет ремонт, немножко работа не так быстро продвигается, но впечатления самые положительные, и работа вышивается достаточно легко. Ну, мы видим, какие хорошие продвижения. Очень интересно посмотреть, что получится, потому что действительно редкий набор, и его, по-моему, еще на YouTube не отшивали. Так что будем ждать отчеты и продвижений. Отчет Елены Сметаниной. Елена, во-первых, отчитывается по набору фирмы «Панна». Вот такая прекрасная девушка. Набор называется «Изумруд» из серии дизайнов по картинам «Мухи». Вышивается на Аиде 16 аккаунта.
Используется здесь 59 цветов, из них 29 блендов. Вот такие яркие нитки. Работа, как вы видите, потихоньку продвигается, но пишет Елена, что очень мало времени, домашние заботы, поэтому небольшие продвижения. А вторая работа — это набор фирмы Dimensions, очень известный набор. Здесь принтована основа, 14-й каунт, вышивка крестом в две ниточки, также есть полукрест в 2 и в 4 нити, ну и, конечно же, бэкстич. Вот, здесь тоже есть заметные продвижения, в целом нормальный прогресс. Встречайте финиш от Надежды Дубинской. Надежда вышивала оригинальный набор фирмы Dimensions, японский сад, размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается на аиде 16-го каунта серо-голубого цвета. Пишет нам Надежда, что работу закончила 3 августа. Вышивалась работа непросто, но интересно, результат очень нравится. Спасибо большое за организацию СП. Спасибо за участие, спасибо за такую красоту. Поздравляем с прекрасным итогом. Отчет Елены Каневой. Здесь у нас сразу и старт, и финиш. Елена вышивала набор фирмы Dimensions, щеглы и сирень. В наборе входит аида 14 каунта, но Елена заменила на линду 27 каунта голубого цвета. И вот такая красота получилась. Вышился этот дизайн достаточно быстро. Надеемся, что оформится и будет радовать Елену своей красотой. Светлана Романова вышивает дизайн фирмы Stony Creek. Размер работы 72 на 58 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта ниточками ДМС. Схему Светлана доработала, немножко изменила. И то, что с левой стороны, это то, что было вышито в нашем СП. И в отчетном периоде фотография с правой стороны, вот такой вот горшочек с цветочками, сердечками. Пишет нам Светлана, что здесь уже начались немножко новые оттенки ниточек, и в следующем месяце планируют заняться уже белым бидоном, в котором находится, наверное, самый большой скворечник. Очень интересная схема, разработка, и, конечно, интересно наблюдать за ее отшивом. Отчет Светланы Непомнящей. Во-первых, у Светланы случился долгожданный финиш. Это набор фирмы «Золотое руно», называется «Свежесть». Размер работы 31,3 на 38,3 сантиметров. В работе участвовало 47 цветов. Вышивалась на аиде от Свайгер 16 аккаунта ниточками «Мадера». Очень красивая работа. Поздравляем с прекрасным финишем. Ну и также Светлана продолжает участвовать с набором от фирмы «Риолис». Здесь идет у нас вышивка шерстью 24 цвета, а также есть мулине 8 цветов. Вышивается на аиде 14 аккаунта. Ну и, конечно же, мы видим, почему так быстро вышиваются работы, потому что есть вот такой вот хороший помощник. Ольга Важенина к нам тоже с финишем. Это набор фирмы Fujika, оригинальный набор. Вот такая прекрасная роза вышивалась и завершилась в нашем совместном проекте. Здесь у нас аида 16 аккаунта светло-кремового цвета, 30 цветов ниточек мулине Космо. В наборе была цветная схема формата А3 и игла 24 размера. Размер работы получился 30 на 40 сантиметров. 28 на 20 сантиметров получился размер работы. Вот такая красота, очень-очень красивая роза. Поздравляем с финишем. И Ольга продолжает участие с набором от фирмы Lanarte. Вот такой прекрасный пейзаж вышивается. Размер работы будет 40 на 40 сантиметров. Вышивается на равномерке 27 каунта с тонированным фоном. Используется 56 цветов ниточек мулине. Вышивка идет крестом в две нити и в одну нить. И вот такие вот продвижения. Светлана Милованова продолжает участие в нашем совместном проекте с дизайном из журнала «Формулы рукоделия» за октябрь 2012 года. Это разработка по дизайну, по картине
британского художника Аманды Грегори «Маки Прованса». Используется здесь 21 цвет, вышивается на ID 16 аккаунта, размер в крестиках 194 на 134. И вот такая красота должна получиться. Отчет Натальи Зенкиной. Наталья у нас вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions «Калитка влюбленных». Размер работы 25 на 36 сантиметров. Зашивка здесь частичная, вышивается на Аиде 14 аккаунта, цвет слоновая кость. Пишет нам Наталья, что почти половина работы готова. Жаль, что не успею закончить ее до окончания СП. Но меня очень радует то, что самое интересное ждет меня впереди. Это птичка и шляпка, и сама калитка. Ну и мы, наверное, еще успеем посмотреть небольшие продвижения. Желаем шустрой иголочки успехов. Отчет Натальи Евстафьевой. Наталья вышивает дизайн Надежды Ильиной. Очарование нежности. Размер работы 300 на 385 крестиков. Вышивается на Аиде 18 аккаунта ниточками ДМС. Всего 70 цветов, из них 32 чистых и 38 блендов. Вышивка идет крестом в две нити. И пишет Наталья, что, судя по саге, в отчетном месяце прибавилось чуть больше 4000 крестиков. Честно, они так рассыпаны, что кажется меньше. Ну, когда идет россыпь, всегда трудно уловить отшитое количество, но если сага говорит, значит, они прибавились. Отчет Елены Семеновой. Во-первых, у Елены случился финиш. Это дизайн фирмы Dimensions, наборы серии Mini Gold, пионы в вазе. Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Всего в наборе 33 цвета нити, 7 блендов из них. Размер готовой работы 17,7 на 12,7 сантиметров. Пишет нам Елена, что процессом очень довольна и результатом очень довольна, так что даже жаль расставаться с работы. Ну, очень красивый, конечно, дизайн. Поздравляем с финишем. Дальше Елена продолжает участие с набором от фирмы Вервака. Это будет подушка, называется Маки. Вышивается на принтованном страмине. В набор входят акриловые нитки 11 цветов. На момент вступления в СП вышито 44%. И пишет нам Елена, что это не первая работа от Вервака. Также вышивались подушки с ромашками и с лотосом. Фотографии прилагаются. И еще одна работа, это набор фирмы Риолис «Русские ромашки», номер набора 1478, размер работы 25 на 25 сантиметров, вышивается на ID 14 аккаунта, цвет лен, ниточки здесь шерсть, акрил, 25 цветов, на момент вступления в СП было вышито 20%. Пишет Елена, что ромашкам уделила в этом месяце не очень много времени, поэтому ромашечек расцвело мало. Ну что ж, есть у нас еще месяц, я думаю, что все может успеться. И переходим к моим отчетам. У меня в этом отчетном периоде тоже случился финиш, чему я несказанно рада и спешу поделиться. Во-первых, у меня завершился набор фирмы Dimensions «Петух на черном», номер набора 1543, размер работы получился 35,5 на 27,9 сантиметров. Вышивалась работа на равномерной основе черного цвета с нанесенным контуром, ниточки шерсти, мулине, вышивка гладевыми стежками. Вышивалась работа очень легко, очень интересно. Здесь используется очень много разных стежков, техники. Это, конечно же, не дает скучать и постоянно наслаждаешься вот этими яркими красками. Тема моя, мне все очень понравилось. Всем рекомендую. Второй дизайн, которому я смогла уделить время, это чудесная игла «Ласковый май». Размер работы будет 32 на 32 сантиметра, такой квадрат. Здесь у нас вышивка крестом в две ниточки, в три ниточки. Также есть полукрест в две нити и в одну нить. Есть бэкстич, выкладная нить. По техникам богатая работа. В наборе у нас входит Аида светло-серого цвета, всего 38 цветов ниточек. Вот, и у меня получилось продвинуть эту работу достаточно хорошо. Надеюсь, что в этом месяце у меня получится завершить эту работу. Буду очень стараться. Процесс мне нравится, все вышивается легко, интересно, материалами довольна. Вот такие у меня продвижения.
Итак, это все наши успехи, все наши отчеты за август месяц. Спасибо, что отчитались, не забыли после отпуска. И, конечно же, молодцы, что смогли повышивать и так хорошо продвинуть работы. Столько много у нас даже финишей. Хочу напомнить, что сентябрь – это у нас заключительный месяц, поэтому желаю вам шустрой иголочки, чтобы у вас все получилось, все ваши планы свершились. Напоминаю, что по завершению СП у нас состоится розыгрыш среди готовых работ. Все работы, которые вы завершаете, фотографии добавляем в альбом с готовыми работами. Я вам потом проставлю номерки, и будет у нас розыгрыш. Во-первых, разыграем мы текстильную сумку для процессов от Анны Маркиной. У Анны есть канал на YouTube и также есть Instagram. Анна вышивает, а также шьет много различных текстильных интересных вещей. Если вы еще не знакомы с Анной, переходите и знакомьтесь. Ну и от меня будут разыграны три наборчика от Риолис в технике крест и Blackboard, ну и просто крест. В общем, я думаю, что все у нас получится. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и пока-пока.